Секеленко Леонтьевым? Ломак. Ерунда, есть не целовал. Как? Да так, обнял и в губы. Это неправда! Ты... Ну, рыцарь! Тебя! Нельзя ли тут у вас хлебцем поражиться? Вали, вали! Захаркин, пойди сюда. Прости. Познакомься, Захаркин. Моя сестра, Лена Леонтьева. Хочешь купаться, Захар? Оленька, Оленька, пойди сюда. Браво, браво, прекрасно! Еще, ну пой, пой. Ну погоди, мой мальчик, мой, без любовь. Лена, прошу, со мной. Вы танцуете, мсье Захаркин? Я? Плохо. Петя, почему вы танцуете? Да вот мы не хорошие. Хороший пар. Марья Ивановна, помните вас? Брянске. Вот значит будет область, как царица небесная. Кристина готовит день, не трудно, мадам. Нет, вот вы попробуйте, как Левушинский, как Торов, как Леонтик, создать промышленность своими руками. Правильно, правильно я говорю, молодой человек. Леонтик. Ой, Леонтик, в собачном конфетке бросает. Руку. Позвольте папироску. Пожалуйста. Ух, портсигар. Хороший портсигар. Хозяйский подарок. Вот как. А где работать, извольте? Приказчик по мануфактурному делу. Ага. А вы? А мы по москательному ударяем. А спички есть? Проверки документов! Да, проверка! Крашка! Проверка документов! Проверка документов! Пожалуйста, пожалуйста. Документ прошу. Пожалуйста. Видно еще, слава тебе, Господи, существуют порядки в Москве. Предъявляйте документ. Позвольте, минуточку, мои вещи! Наверное, их никто не знает. Позвольте, гражданин офицер, как просрочить? Одну минуточку. Позвольте, Москва. Москва! Ко мне привязался. Давай, ну давай. Не толкай, пожалуйста, не трогай меня. Семихатов, Амос Федорович, пожалуйста. Что у вас здесь? Пожалуйста. Мадам, потише. Образцы товаров. Я коми-вояжер. Сколько же у вас товару подобного образца? Можно вагон, можно два. Пожалуйста. Ага. Это не мой! Пожалуйста. Пойдем? Завтра, молодка, завтра. Ну, смотри, буду ждать. Вы направо? Я прямо. Значит, по мануфактуре ударяете? Да, по мануфактуре. Так. Леш, сволочь. Захаркины будете? Ну, будем. Чего? Ты! Стой, стой. Стечка! Здорово, старик! Никак из Питера? Из Питера. Все, кашляешь. Расскажи толком, что в Питере? Да ладно, будет тебе, старик. А вы что, ничего не знаете? Зови всех. Где мать? Где Кузьма? Ты поешь сначала. Мать за картошкой стоит, Кузьма в гимназии. У них сегодня танцы. Как танцы? Смотри, старик, погубишь мальчишку. Сегодня он с гимназистами кадрили танцует, а завтра его заставят рабочих расстреливать. Ладно тебе. То есть как это ладно? То ты знаешь, что бытие определяет сознание. Кто это сказал? Карл Маркс это сказал. Верно. Верно. Танцоры. В Питере рабочие власть взяли. Революции по всей стране. А у вас тут танцы. Я, брат, старый танцор. Я еще в 5-м году на баррикадах на Красной Песне плясал. Погоди ты, папаша. Сядь, поешь, расскажи. Ну ладно, шабаш, задний ход. Чего это задний ход? На печке отлеживаетесь, вот чего. Сегодня ночью выступаем. Когда сбор? К 11. Ты рассказывай, как у вас? У нас что ж, мы свое дело сделали. Теперь к вам на подмогу. К 25-му так вышло дело. Стояли мы у Адмиралтейства, на мостах рабочий с выброской. Да. На Неве Аврора. К ночи рванула наша пехота от главного штаба. Ее обстреляли. Видим, помирают ребята. Вот думаем, черт побери. Тогда рванули мы слева. Пошли. Она с пулеметами. А мы идем. Они пулеметами, а мы идем. Они пулеметами, а мы думаем, не может этого быть. Ну и прорвались. 2 часа 15 минут сняли правительство, отдохнули малость, осмотрели царские комнаты. Так, статуи, там колокольчики, шелки разные, бумазеи. Ничего особенного. Кто там? Кто там? Батюшки, Алексей Петрович. Алексей Петрович. Отец дома? Никак нет, Алексей Петрович. Все ездить. Алексей Петрович, ваше благородие, что же это делается? Приехали. Филь! Пожаловал. В Петрограде большевики. Ну и вот. Так. Что же думает дальше делать доблестное русское офицерство? Под кроватями прятаться? Развестали Россию? Мы строили. Для кого? Копили, наживали. Все для вас же. Стрельцов, а вы все свиньям под хвост! Пьяным мужикам отдаете? Где погоны? Погоны выбросил, а золотой портсигар привез? Я тебе покажу портсигар! Это называется Леонтик. Вон отсюда! Штаб! Сражаться, подлец! Дети дома? Никак нет, Петр Ларионович. В гимназии на балу. Какие балы? Кто позволил? Целоваться. Спешить надо. А ты проголодался с дороги-то. Ты садись, я тебя чайком напою. Давай вещи. Не сломать! Давай, давай. Осторожней, бомбы! Гостинец привез. Иголки, нитки и пуговицы. И пуговицы. Ну, айда, ребят, пошли. Куда это вы? Так, прогуляться маленько, Максимовна. А берданку зачем берете? Берданку? Берданку действительно можно оставить. Прощай, мать. Канитель тебе со стариком, а? Ха, прощай. За оружием главное уехал. А чего сидите здесь без всякого дела? Как так без всякого дела? Вот куры, куры. Куда ж попасть без оружия? Без оружия. А я вот... Я так скажу. Вот тут меньшевик говорит. А по-моему, надо подготовить. Вот мы на себя скажем. Вертелся у нас все лето вот один такой же меньшевик тоже. Погодим, говорит, бастовать, немцев побьем. Ладно, думаем, погодим. А в осень пришел к нам большевик. Мы на фабрике Жиро, в теплом переулке. Эй, Леонтьевский здесь! Эй, Захаркин, давай сюда! Захаркин, вы здесь, давай сюда! Ладно, ладно, это я так для порядка. Товарищ, чего же он орёт? Ну вот, били вы меня. А ладно, я вам скажу, товарищ. Давай, давай. Товарищи, я привез вам от геройского петроградского пролетариата братский большевистский поклон. Питер говорит, ей-богу, Питер говорит. Товарищи, в среду мы взяли Зимний дворец. Товарищи, геройский пролетариат Петрограда. Геройские обмануты. Товарищи, расскажу все по порядку. Приходим мы в Смольной делегации минозаградителей. Идут нас прямо к товарищу Ленину. Входим. Видим, сидит человек невысокого росту, с бородкой. Ну, о, вроде этого солдата. Покажите! Покажите! Эй, браток! Стой, погоди, ребят, погоди! Росту, знаешь, невысокого, буквы «Ре» не выговаривай. А как, говорит, у вас, товарищи, насчет офицеров? Офицеров, говорим, товарищ Ленин, мы еще в понедельник на берег сдали. Правильно говорит? Нет, неправильно! Многие офицеры по-настоящему преданы и любят революцию! Любят? Вот как тебя жена любит. Любить-то любит и с другими гуляет. Ух, орёк! Это мой сын, Стечка. Офицеры, товарищи! Это те же помещики! Те же буржуи! Они во время войны народ предавали! А теперь вместе с кадетами и вот этими самыми меньшевиками революцию предают! Это вы предаете революцию! Отлично! Вместе с вашим Лениным! Что? Стой! В чем дело? А ты кто такой? Я председатель местного революционного комитета. Фамилия моя Михайлов. Вера? Чудак! Тогда я к вам Товарищ Михайлов. Сейчас. Пойдем-ка. Пей, погоди. Чего это вышло? Арестовали, отец. Михаил Степанович! Товарищ Николаев! Дальше ты пропал. Ну-ка, сядь-ка, остынь. Есть. Что ж, товарищи, на Симоновке окопы роют, на театралке стреляют, а мы здесь меньшевика слушаем, да? Так. Шляп. Да-да, есть. Ты зачем эту нечисть туда пустил? А что? Пусть их поговорят. Их все равно никто не слушает, Михаил Степанович. Будет. Ты приказ от партии к выступлению получил? Получил. Ну где твой отряд? Внизу отряд. Ну марш вниз. Пусть поговорят. Ну за дело, ребята. Оружие достали. Ах, накурили. Александр Иванович, назначить людей для раздачи оружия. Есть, Михаил Спанс. Михаил, пошли. Погоди, погоди. Глухов! Глухов! Я, Михаил Спанс. Люди из депо пришли? Пришли. Сколько их? 225 человек, Михаил Спанс. Вот что, раздели их на 2 сотни. Да. Одну в Ростовский переулок, да. Секрет, да. Другую в Неаполимовку, да. Ближе к Плющику. Да. Понял? Понял. Вали. Слушай, Михаил, ревком. Ревком. Да ты что, вроде скучный? Да я не скучный. Ну правильно, нам просто веселые люди нужны. Чтобы стрелять и плясать умели. Верно, товарищ Михайлов. Ну что, остыл? Ты чего ж мне тут цирк устраиваешь? Козлом сигаешь. Я знаю. Погорячился. Что ж я их ненавижу, Михаил Степанович? Ненавидеть надо. А вот горячиться не надо. Правильно. Ну вот что, матрос, командовать умеешь? А как? Давай-ка сюда. Вот это Александровское училище. Так. Штаб белых. Так. Вот это вот Брянский вокзал. Так. Тоже их. Отсюда они к утру ждут подкрепления с фронта. Так. Что нам важно? Отрезать от вокзала юнкеров. Правильно. Возьмешь отряд? Так. Пройди к Смоленской площади и займи гимназию Босса. Босс. Так. Перекроешь им путь и нас прикрывать будешь. Понял? Есть. Черт. А я скажу папе, что ты папиросы куришь. Дура. А я все равно скажу. Дура. А я скажу, что ты у него деньги ловишь. Вот дура. А я скажу папе, что ты с прапором Шапира за сос целовалась. Хам. Хам. Ах, хам? Ну что ж, пожалуйста. Шура! Шурка! Александр! Выходи! В гимназию! В гимназию! Мама! Мама! Кузьма, заждалась я тебя. Ну как, проголодался? Угу. Оладьи лишь простыли. Ну как, наплясался? Танцевал. Что это? Чей чемодан? Петруш приехал. Петр? А где же он? Вышел простить до угла. С отцом и с Ильей? Ну вот и готовы. Румяные. Кузьма. Я до булочной. Не пущу. Сынок, не ходи. Ну. Справится без тебя. Отец там, братья там. Снимай шинельку. Я тебе оладушек спеку. Оладушек спеку! Одна ты у нас, Надежда, хлеба не доедаем, все тебя ничего не вырастешь, выучишься, в люди выйдешь. Ну, сыночек, ну, миленький, сладенький. Егоркин. Захаркин! Спаси ты меня, Захаркин! Леночка! Убежали! Убежали! Назад! Стой! Стрелять буду! Мама! Эх, мать честная! Пулю жалко! Егоркин! Милый Егоркин! Я Захаркин! Вы мой спаситель, Захаркин. Ну что? Как зовут тебя, мальчик? Арнольд. Мне страшно, Арнольд. Мне очень страшно. Не бойтесь, Леночка. Мы вас не тронем. Революционер, Арнольд? Да. Я бьюсь за новую прекрасную жизнь. Леночка, меня ничто не остановит. Да? Да. Oh! Я не могу с ними, Леночка. Я должен идти к нашим. Там брат мой, Петр, приехал. Я должен идти. Прощайте, Леночка! Мы еще увидимся! Нет, вы не уйдете. Я не хочу, чтобы вы уходили. Дайте мне руку. Нет, Леночка! Нас уже дерутся! Помните обо мне! Дурак. Давай, давай. Вперед. Кто тут? Вперед. Вперед. Что это? Нельзя. Захаркин? Петр Ларионович, батюшки, вы-то как сюда попали? Ты что тут делаешь? Да мы вот заняли, так сказать, его. А где мои дети? Деток ваш тут не от Петра Ларионовича. Так. Нельзя. Не могу, Петр Ларионович, извини. Да ты в своем уме? Пройдемте к начальству, Петр Ларионович, для взаимного удовольствия. Птички порхают, птички поют. Петруша, дело-то какое вышло. Ну? Леонтьев. Сам Петр Ларионович Леонтьев приехал. Ну? Господи Иисусе Христе, Леонтьев тебе, говорят, сердитый, бешеный, ногами тухнет. Вы их начальник? Фамилия? Петруша, ведь это Леонтьев. Леонтьев, я тебе говорю. Имя? Петруш, Петруша. Товарищ Захаркин, возвратитесь на свой пост. Где я тебе быть приказывал? Юнкера с Арбата! Юнкера с Арбата! Вались там! Арестованных не упускать! А? Что? Что? Что он сказал? Обалдел там красный! Где винтовка? Потерял винтовку! Обожди! Держи! Хватит, хватит его здесь! Эй, кто тебе? Давай! Штаб. Господин полковник. У телефона. Говорит поручик Леонтик. Пробраться к Брянскому вокзалу нам не удалось. Нет. Красные заняли гимназию ВОС и обстреляли нас. Прекратить стрельбу! А мы заняли тут вот одно помещение напротив. Просим подмоги. А где же я вам возьму, милейший поручик, подмог? А? А я не знаю. Почему большевики ездят по казармам, останавливают заводы, а наши меньшевики и эсеры только и знают, что толкутся в штабе? Мы только что с митинга, гражданин полковник. Что же вы хотите? Пришлю юнкеров. Выбить красных из гимназии, укрепиться. Затем отправиться в хамовнические казармы. Вывести 193-й полк к Брянскому вокзалу. Как? Вывести 193-й полк к Брянскому вокзалу. Ага. И встретить наш эшелон с подкреплениями. И потрудиться, наконец, усвоить, что это важно. Поняли? Понял. Что там такое? Шутки работают! Свадьба, господа! А ваши дети, как шарапан, американка, а я девчонка! Кушок, а не невеста, и будет шарапан. Я еще твою свадьбу помню, Петр Ларионович. Видная свадьба была. И матушку вашу покойницу помню. Юнкера заняли магазин напротив. Следить. Следим. Значит, ты и семью мою знаешь? Известное дело, знаю. Егор. А? И меня знаешь? Ну, как же не знать? Выходит, что мы с тобой вроде как кумовья. Выходит, что вроде. Вот что, Захаркин, сделай милость. Выпусти ты меня отсюда. Как так? Нет. Это я не могу. Да почему? Почему? Не могу. Боже мой, да почему, Егор? Не могу я, Петр Ларионович. Мы с тобой ночью вроде как подрались. И крепко подрались. А зачем нам с тобой драться, Егор? Мы с тобой старики. Нам о смерти думать надо, а не о драке. Не могу я с тобой не драться, Петр Ларионович, извиняюсь душевно. Давил ты меня. Как давил. Жал. Горло грыз. Прости меня ради Бога. Вспомнил ты обо мне? Есть был Захаркин на свете. Работает на тебя день и ночь. Желудком малболен. Надо бы, мол, Захаркину со старухой света до жизни кусочек. Не вспомнил. Знай свое, давил. Ну и вскипел я теперь и желаю драться до самой смерти своей. Не серчай на меня, сделай. Не спать? Не спать, ребята! Помяните меня большевики победят. Они хоть злы, как собаки. А у нас что? Демократы. Манная каша. Никто не знает, за что дерется. Положим. Что положим? Ну вот вы, Соскин, за что вы деретесь? Я? Я бьюсь за родину? Врете, Соскин. Вы бьете за двухкопеечный проферанс. За лихача, которому вы, вероятно, задолжали. И все так. Он и он. Вот вы, молодой человек, есть у вас лихач? У меня? Да. А кто ваш отец? Мой? Да. Ну кто? Фабрикант, врач, управляющий. Ну чем же он управляет? Магазинами. Слушай, Захар. Что ты врешь? Какими магазинами? Что за чепуха, господин? Его отец простой рабочий на нашем заводе. Что ты врешь? Ну-ка, Дон Брехалев, пожалуйста, сюда. Оставьте меня! Скажите, какой сердитый! Перестаньте смеяться! Ну-ну, ты! Ненавижу я вас! Лавочники, буржуи проклятые! Да! Мой отец простой рабочий, а мой брат большевик! И я плюю ваши поганые рожи! Сволочь какая, а! От вам собаки! Гимназист, а? Не стрелять! Стой! Дай-ка винтовку. Нельзя, Илюшка. Илюшка! И как убили? Убили. Мальчонка ты молодой? Ну, царство ему небесное. Петь. А, Петь. Ну чего, Петь? Что ты тут ходишь, старик? Что ты все ходишь? Где твое место? Отвечай! Ой-ой! Старуха идет! Ты гимназиста моего не видал? Какого такого гимназиста? Это ты, мать, не тут гимназист ищешь. Они вон от Телева в нас стреляют. Нет, мы тут. Такого не видал. Вот гимназистка действительно имеется. Вон она. Эй, мужчины! Ну чего вы барышни притиснули? Она, мать, голодная. А мы сами 2 дня не жрамся. Бабушка, я кушать хочу. Эх ты, сладкая моя. Ну давай я тебя покормлю. Сыну Кузьме лепешки несу. Он у меня не поемши, воевать пошел. Гимназию атакуют. Видать, к ним подошла подмога. Теперь держись. Обошли. А вас чертей зачем там поставили? Петров, Кондрашкин, Васильев, Степаненко, Захаркин, Торов, за мной! украли, сволочи. Вот нос, черт бы их трал. Обыскать помещение. Есть. Пошли. Фамилия? Фамилия? Захаркин фамилия. Имя? Имя обыкновенное. Егор Тимофеевич. Жарко. Беда прямо. Лимонаду не хочешь ли? Что это ты больно развеселился, Петр Ларионович? Смотри, как бы не заплакать. Ага. На-на. Разговаривай. Ты что, сукин сын, на хозяина руку поднял? Против меня пошел? Отмол. Леонтик-то, тихенький, да маленький. Заводики отберем, землицу оттяпаем, сами хозяйничать будем. Думал так? Ну, говори. Думал? Думал. На-кась, вот. Выкуси. Ты рукам волю не давай. Ну-ну. Ах ты, вошь. Свободы захотел, товарищ. Нет, брат, врешь, поработать придется. Я тебя, сукина сына, 20 лет гнул, и еще 20 лет гнуть буду. Понял? Нет, меня боль не согнешь. Я теперь... разогнулся. Не согнул? Не согнешь. Не согнул? Эх, Петр Ларионович, человек ты образованный, а кричишь ровно как мужик какой. Некрасиво. Ну, конечно, обидно тебе. Всю жизнь наживал, а тут в одну ночь все отдай. Ничего, брат, не попишешь. Придется. Уж больно ты много народного добра прикарманил. Молись, мерзавец! Отец! Брось! Отец! Да-на! Стреляй в меня! Темнота! Стреляй в революцию! Только все равно ее не убьешь. Бабушка! Бабка! Стой! Стой, я тебя говорю! тобой, ласточка? Там мертвый, мертвый, бабушка. Ну и Господь с ним. Мало ли мертвый. Знакомый мой мертвый. Гимназист. Гимназист? Да. Какой гимназист? Арнольд, бабушка. Арнольд? Я с ним целовалась сегодня. Арнольд. Что тут поделаешь? О, Господи, спаси, сохрани и помилуй. Поговорить. Сюда, батюшка, сюда. Я. Ну, успокойся. Вот, батюшка. Девяносто два двадцать. Да? Ну, я Михайлов. Захаркин? Матрос? Ну, говори, как дела в гимназии? Товарищ Михайлов, к юнкерам подошло подкрепление. Гимназию пришлось сдать. Что? Я говорю, отступить пришлось. Как это? Отступить? Что раньше ты молчал? А ну, разойдись отсюда! Я полагал, товарищ Михайлов, что отобьемся. Полагал? Тебя партия командиром назначила. Ты думаешь, партия с тобой шутки шутит? Не форсить, а дело делать надо. Понял? Понял, я говорю? А ну, разойдись, гады! Вот кости, черт, вас тут носит! Понял. Эх ты, а говорил, командовать умеешь. Вот, Степаныч, артиллерия прибыла. Тебя требует на балкон речь говорить. Иду. Вот что, матрос, ошибку надо исправить. Отправляйся в хамовнические казармы, поднимай 193-й полк, занимай Брянский вокзал к приходу белого эшелона. Понял? Понял, товарищ Михайлов. Уж ты не сердись, Михаил Степанович, что так вышло. Ну ладно. Салават потом будет. Товарищи артиллеристы, рабочие, солдаты и крестьяне вступили в последний кровавый бой. Привет вам! Завод «Сокол» 146 человек. Фабрика «Штамп» 420 человек. Самокатчики 200 человек. Штукатуры 16 человек. Повара и официанты 3 человека. Братцы, наше отечество в опасности. Изменники хотят растоптать нашу свободу. Зараза большевизма проникла и в ваши ряды. Стыдно, но изменники прогадали. Ваш комитет арестован! Большевики сулят вам всякое благо. Но вас не проведешь, братцы. Вы не дадите себя обмануть. Ваше, брат. А какой слушок насчет земли? Выдаст Кузьма землю-то. Аграрная проблема будет разрешена законодательным путем. Оружием в руках! Гражданин офицер, мало объяснил, еще объясни. Он тебе пулеметом сейчас все объяснит. Убери пулеметы! На кого направляете? Разговоры там! Молчать свою! Скорей! Илюшка, останься, слышишь? Илюшка! Большевики разбиты всюду! Сейчас к Брянскому вокзалу подойдут верные нам эшелоны с фронта! Еще одно усилие, и мы победим! Вперед, орлы! За Родину! Собьем большевиков! Ура! 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 Они не пойдут против нас. Они не продадут своих братьев. Верно? Не пройдет. Нас в подвалы не загонишь. Эй, слушай мою команду. Выходи из рядов. Бери пулеметы. Ваше благородие, зачем нервничать? Матушки, брат. Пулеметный огонь! Обожди пулемет. А ты не брешешь, что Ленин насчет земли распоряжение его отдал? Даю клятву большевика! Тогда команду. Миновал станцию Переделки. Через 15 минут будет здесь. Продержимся? Черт, всегда. Попала. А где папа? Где Шурка? Не знаю. Ты что здесь делаешь? Ничего, батюшка. О чем она говорила? Ну, а, да вот, агитировал божий цветочек. Ну, свои стреляй. Взять. Взять. Куда же ты, батюшка? А, вот моя батюшка. Еда! Минуту. Минуточку. Простите, мадемуазель, кто эта старуха? Я не знаю. Комендантская. Что там делается? Что на воле, мадам? Бьются. Ох, бьются, батюшка. Отойдись, отойдись. Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой! Ну как? Вот что, матрос, заходи слева. Есть. Просто в эшелон! Отстрелюсь, сволочь! Очакову прошу. 7-8 минут будет здесь. У тебя? Начальник станции? Я. Где эшелон белых? Каких белых? А ну-ка. А ну, выходи. А ну, живи, поворачивайся. Давай, давай, давай. Где эшелон? Эшелон? Какой эшелон? Ах, эшелон. Будет. Через час, через два. Так. Если соврал, расстреляю. Что? Понял? Пулеметы коп. Забрать оружие арестованных. А, значит, по мануфактуре ударяете? А вы по бандитскому делу? Получите вашу добычу. Безобразие! Это что? Это что же такое? Товарищ Михайлов, докладываю, что вас смотрим, но и... Опять за свое! Товарищ Михайлов, как член партии, я понимаю всю недостойность такого своего действия. Не удержался. Так протянул он мне портсигар, ну и вмазал. Ну и правильно сделал. Шагай, шагай, проходи, разговаривай, только будешь. Отделите офицерию от вольной публики. Петь! Петруш! Мама! Мама! Ты что тут делаешь? Вас угорелых ищу. Где Кузьма? Где Илья? Куда старика дел? Об этом после. Уходи отсюда. Погоди, погоди, Петруша, у меня еще вещички. Что ты? Бабушка! Бабушка, на минуточку. Пойдем, Петруша. Пожалуйста. Господин матрос, великан вас, товарищ! Шалонов! Это поезд. Куда? Поглядеть надо. Назад! Вперед, бешеный! Убьют! Куда ты, мать? Куда ты видишь? Убьют! Это что такое? Куда старые? Ошалела? Ты свое дело знаешь и знай. А на меня, батюшка, не кричи. Я и сама крикнуть могу. Вот это старуха. Здорово, Михаил! Всем здравствуйте, приехали! А это ты там их спроси. Эй, есть здесь кто? Что за люди будете? Чего прячетесь? А ты что будешь? Наша я, большевик. А ты не пьешь? Да что ты, батюшка? Смотри, мать, смотри. Да ну, старушка! Вы тоже большевики! Вылазь! Выходи! Твои тут! Твои! Ура! Наши! Наши! Сейчас бы бомбу хорошую. 10 тысяч не пожалел бы. Пожалуйста. Есть для вас бомбы, молодой человек? Давай, капиталиста! Ура! Да здравствует Владимир Ленин! Пожалуйста. Я хочу сообщить вам последние сведения. Симоновка, товарищи, наша. Лагуши наши, Лефортово наша, Замоскворечье наша, Хамовники наши! Товарищи, рабочие и солдаты, сегодня над Москвой завьется наше боевое, пробитые пулями большевистское знамя. Вы побеждали! Побеждают простые ребята, слесаря, солдаты, рабочие, портные, столяры. Они принесли все, что имели. Свою кровь и отдали ее на счастье человечества. Многие из нас погибли, многие измучены, он валится с ног, себя, но враг еще не добит. Он держит в руках оружие, он стреляет в наших братьев. Кончилась сегодняшняя ночь, да еще много таких ночей впереди. Вечная ненависть к врагу. Мы пронесли эту ненависть сквозь голод и нищету. Мы вырастили ее в тюрьмах и казематах. Мы закалили ее в рядах нашей большевистской партии. И мы клянемся драться так, как нас учит товарищ Ленин. Покуда ворочается рука, покуда язык говорит хоть слово. Надо уничтожить врага до конца. Встаньте, товарищи! Выше головы! Крепче винтовки! Эй, матрос! Где матрос? Есть! Товарищ Петр Захаркин, пойдешь впереди! Есть! Становись! Землю отбирать, попов бить.